Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по рекламной платформе OnAdPack. Хочу поделиться с вами своими результатами. Значит, у меня на балансе в данный момент $8. И когда у меня будет минимальная сумма $10, я смогу поставить на вывод. На данный момент у меня 11 пакетов, но покупала я 10 пакетов. Один пакет я уже купила из заработанных денежных средств здесь, на реинвесте. Так как здесь идет на основной баланс и какой-то процент вот сюда на Пуршазе баланс. И в данный момент у меня на Пуршазе баланс $1 уже накапало. И я могу купить как бы на реинвесте. Здесь ставлю циферку 1. Нажимаю, и меня перебрасывает. Я могу купить 8 пакетов. Как бы отсюда можно купить и вот здесь. Можно здесь нажать и здесь. Здесь вручную никак. Потому что я думала отсюда, когда у меня пакеты мои отработают, здесь минимальный вывод, если у вас меньше 10 пакетов, $5 можно. А если у вас 10 пакетов куплено и больше, то минимальная сумма вывода составляет $10. И я думала, мои пакеты, когда отработают $10, я на реинвесте куплю как бы здесь пакеты, а $5 тогда выведу. Это у меня не получится сделать. Придется выводить всю сумму и заново заводить. Ну, а на реинвесте вот так вот можно. Сейчас нажму, и я куплю один пакет. Все, у меня куплен один пакет. Возвращаюсь в дашборд. И у меня стало 12 пакетов. Здесь можно посмотреть все пакеты. Нажимаем. Значит, вот мои пакеты. Вот на 76% заполнено. Тоже 76, 76. Здесь 73 и 73%. И вот этот пакет у меня уже на реинвесте куплен. 36%. И вот еще один только что куплен. Здесь видно число 9.01, 29.12. Вот я делала первый реинвест свой. Вот. Здесь как бы все отображается. Значит, чтобы шли начисления, нужно в обязательном порядке, вот здесь красная строка, нажимать на нее и просматривать ежедневно 10 рекламок, чтобы как бы активировать, чтобы на следующий день зачислялись денежка. Это в обязательном порядке. Далее что? Во вкладочке «Вывод» вот здесь «Виндраф». Меня уже я вам показать не могу, а вы же прописываете. У вас там логин и электронная почта будет стоять по умолчанию. Нужно будет обязательно прописать пароль, повторить пароль, потом выбрать платежный реквизит, там Payeer Perfect и криптовалюта, номер кошелька прописать и обновить. Вас выбьет из кабинета, на почту придет письмо, пройдете по ссылочке опять же, как бы, и вход по логину и паролю. И заново войдете. Далее они ввели комиссию на вывод. 1,5% плюс 30 центов. Они как бы снимают. Вот. Перевести на русский, что они тут пишут. Так, плата за снятие средств в размере 1,5 плюс 30% применяется ко всем платежным процессорам. Этот сбор покрывает стоимость колебаний криптовалюты и комиссионные сборы платежных систем. Вот. Мне нужно, у меня так как 12 пакетов, более 10,
Для вывода $10 проект платит. Уже люди выводили, но у этого администратора очень много проектов. И, по крайней мере, в трех из них я есть, я только в них не работаю. Они работают не первый год. Как бы работают, платят, все замечательно. Но я в них не работаю, так как там без вложений как бы и не заработать особо. А минимальный порог там большой. Вот. Значит, и что здесь? Они пишут, минимальная сумма вывода составляет $5 США, если у вас менее 10 рекламных пакетов. И $10 США, если у вас больше. Ну, вот у меня больше. Я не знала. Я поторопилась как бы купить. Но ничего страшного. Снять я всегда успею. И вот выведу сумму. И я тогда уже буду закидывать, наверное, долларов 5 обратно. И попробую вот на реинвесте уже на расчете. Главное, чтобы не превышать 10 пакетов. Если 9 пакетов, то можно выводить $5. А если уже 10 пакетов и выше, уже вывод от $10. Вот такие вот у меня мои результаты. Как видим, 8 баксов. Тут немножечко уже осталось до вывода. Естественно, вывод буду проверять, писать видео по выводу. У меня есть партнеры, у которых куплено по одному пакету. Я работаю почти без рефералов. Вот так как они не активные. Но нужно просматривать, чтобы за один пакет ежедневно, друзья, просматривать 10 рекламок. Если мы не просмотрим сегодня 10 рекламок, то завтра начислений нам не будет. Вот здесь нажимаем. Вот у меня 100%. У меня все просмотрено. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.